что-нибудь скажите. Ну, я скажу тот. Давай. Алинка, поздравляем тебя все с днем рождения, желаем тебе счастья, слушайте маму, папу, вырасти большой и красивой. Вот, молодец. Алинка, ты спасибо сказала. Тоже жахнул. Ой, кушай, кушай, а ты сейчас прольешь на себя все. Кушай. Есть, пейте, кушайте. Какой стол-то для них тут сделали. Давай я туда пройду и готовлю. Андрюха, помаши дяде ручкой. А вот папа с мамой, спасибо им за стол. Должна дочка сказать. Дочка жует молча. Саш, ты что не ешь, Саш? Вы разговариваете что-нибудь, что вы все молчите? Ну, а ты как запишешь, неинтересно. Сейчас... И потом прямо через телевизор посмотрим. Сейчас вас всех в телевизор покажут. Вы все разговариваете, что-нибудь это. О чем говорить? Какого ты мужа хочешь на себе? Знаю, мужа хочешь, а? Ну, да, вы снимаете. Я в таком муже тебя желаю. Не курящим, не пьющим. Просто это... Все, я вам уже снимаю. Где время идет, там же стрелка ходит. Все снимает она. Дайте я тебе добавлю, чтобы это у тебя рука удобнее бывает. Я же для своей делал. Простой дать стал. Чтобы вот это добавлять, прибавлять, у тебя сразу под рукой было. Нормально так? Ну, Иди быстренько за стол к Андрюхе. За ваше здоровье. Мы на своем здоровье. Тапочки. Да, вот здесь можно смотреть телевизор через телевизор. Ну а что, им надо передых нам делать, Валера, или что? Так. Нет, ну, а ты выключи ее, вот Валерий говорит, потом опять... Красную, да? Может, я песню спою? Песенку какую-нибудь спойте. Андрюш. Вон вот Маша, вы же знаете? Андрюш. Вдвоем, какую-нибудь спойте. Ну, давайте. Дуешь? Знаете, вот без козырка белая? Все знают? Ну, вот Машкой спойте. Я половина
Анютка знает. Я половину только знаю. Ну, давай. Ух, Симон, как же. Это ж, закрой окно вон там. Давай, Машка. Полоску воротник, пионеры смелые, спросили напрямик, какого парень года, какие полгода, и на каких морях, и побывал моряк. Ленты за плечами, флаги за кормой, смело отвечает товарищ молодой. Да, мы с друзьями со флота, и недавно из похода, 11 недель гостили на воде. За воду падали, сидели мы на мели. А сколько и мы товарищей хороших завели. А сколько и взяли, а сколько рыбы съели. Один пенис и щук поймали сорочки. А сколько песен спели, а сколько рыбы съели. Один пенис и щук поймали 40 штук. Молодцы. Какие мыши? А про день рождения никакой не знаете песни? Я не знаю. Как прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно. Вот пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим этот день не похожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке, в нем похожи на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно подарит билет. Это и бесплатно. Ну пусть. Днем рождения поздравит и, наверное, подарит мне подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у похожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Все. Вот молодцы. Я больше никаких не знаю. Ну давайте вот сами. Ну, пускай тоже поедут. Пойте с Анюткой, вот, какую вы песню хочешь? Анют, знаешь кукарачку? Ваша вряд ли плавная. Знак? Знак, точно. Знак? Ну. А еще что должны делать? Играть, что ли? Кстати, невкусный. Ну ладно, пускай кушает. Ну, смотри, они уже пьют. Сок что не пьешь? Колбаску ешь? Ну ешь, ешь. Ешь. Теперь Танька тост. Скажи, Танюш, скажи, поздравь Алинку. Это тост называется. Я тоже уже поздравила, да, Танька? Это она подарок подарила. Они еще маленькие, они не знают. Да вы взрослые уже, вы знаете. Ну, я вам тост произнесла и съела спокойно. Ешьте, вон арбуз берите, если вам отломлю. Я не сломлю. Воды-то нам дать мне? Нам дать мне? Почему? Сейчас Алина я тебе. А что вы помидоры не ели? Вы сказали? Танюш, ты поешь, я тебе потом отломлю, ладно? Слушай, ты поела, Оль? Ешь еще. Не хочешь? Не ешь арбуз. Маш, ты сама возьмешь? Да, вот здесь отломала. Пейте. Ольга, текет. Бороды вот. У тебя где платочек? В куртке? Да. Да, там перчатки у нее зеленые. На вот, на. Ладно, я ей сейчас найду ее. Да это наш платочек. Ты сейчас лапочку у меня оттираешь. Точно. О, Настюх сидит.
мальчишки заняли чужие места. Тут еще надо. Ты что, уже наелся? Танюх, ты что не кушаешь ничего? Ну-ка ешь. Сейчас в телевизоре будешь себя смотреть. Ну что, уже наели, девчата? Ну. Пошли. Сюда. Вот сюда садись, Ксюшка, ушла, идем сюда. Ну или туда садись, Андрей ушел. Вот нет, вот. Сейчас вытру. Сейчас я вытру здесь. Мама, я печеньки печеньки доставать. Какие тебе печеньки-то, господи? Горе, на! У тебя вон в руке еще, тебе еще надо. Хватаешь. Ладинка, сядь на стол. Садись, садись. А там стол что, нет? Есть. Наша Манют, именица. Ходи, сиди. Кушай торгут. Иди, садись. Пускай сюда сядь. Там же свободное место, ее же там, она что-то. А то что там охотит, ходит, я не знаю, что это. Ай, зуб мой. Настенька. Че, зуб болит? Выпадывай. Выпадывай. Танки? Да. Да. Сейчас я вот я тебе дала полотенчик, открывай голову свою. На вот. Сейчас все платье обляпаешь, ты сядь хорошо, а то потом мамка тебе меня отстирает. Мамка, ты в школу мы тут я мультик досмотрела. Интересно такое, вот там он живет. Котенок, он что, прицеплен к чему-то? Он на обои сидит. Мам, меня немножко добавь. Ты хоть это выпей добавь. Кому еще сок? Вроде никому больше. Я не допила. Ольга, ты будешь сок? У тебя вот стоит. Я тебе чуть полотенце дала. Кулема. А мне вытираться чем? Полотенцем. Еще тебя обязан? Еще? Да. Наелась? А что ты хочешь еще? Яблок будешь? А? Ну вы не молчите, разговаривайте. Вас же снимают. Да о чем разговаривать? Не знаю, что говорить еще. Детка разговаривает. Маш, теперь ты тост произнеси. Чего? Я уже произнесла. Давай, Машка. Алин, желаю тебе счастья. Хорошо училась, чтобы... На пятерке, на четверке. Ну, не была двоечником, троечником. Отличником уходил, хорошистом. Ну и все. Что еще будешь говорить, да? Ну. Кто дверь открыл? Настенька вышла. Ушла, наверное. Ну. А, нет. Ты прибыла. Вот там. О! Меня снимают. Ты что, Оль, покушала? Сок вон допей. Не хочет она уже наела. Иди вон с Настей. О, блядь! Не стукнула? Не. Именинница сейчас хорошо тебя снимает. Ты меня. Ну, хочешь? Ну, кушай вот арбуз, ешь. Ну, сок пей. Сейчас я говорю. Ну, пускай снимает сейчас меня. Аня, ты еще вообще не разговариваешь. Рот забитый, наверное. Кому еще арбуз отломить? Меня нет.
Аня, у тебя отломить? А вот здесь есть отломанное. На. Все. Вкусный арбуз, Саш. Он молодец, а где ешь. А тут вытри это. А тут мокрый есть арбуз. Вася. Так. Теперь надо бантик взять. И заплестись пойти. Иди вон в спальню. Куда? Кого что ты хочешь, Маша? Да хлеб. А? Хлеб, ты косточки вот сюда, в тарелку клади, ты же все равно покушала уже. Тебе еще, Саша? Давай еще дам. Маленький, давай. Мам. А что? Дай массажку, Ольга, расчешется. Ты больно же, я ее. Покушал. Молодец. Thank you.
Дедушка пришел. Мастенька. Женихи сидят, ни один не танцует. Не сядет на путь.
ты с папой танцует. Настя, ручками. Ручками, ручками попляши. Ну, девчонки, вы что стоите? Ну-ка. Вот молодец.
Ну, Юр, ну ничего не слышно. Садись. Вон, Настя. Тебя кушать звали, дядя Валера. Меня? А что-то я не пойму это. Песенку. Спой песенку. Ручкой помаши, папа. Дверь быстрее открывай, звуки летят. Я не знаю, где они, я их потом, для начала первого.
Вот мы дали, да? Вот мы плясали. Все, хватит. Thank you.